Компания «Латвэнерго» намерена выступить в качестве пострадавшего лица в уголовном деле против ее бывшего руководителя и сотрудников. Это уголовное дело Бюро по борьбе с коррупцией начало еще в 2010 году. Летом того года Бюро провело масштабные обыски и задержало ряд должностных лиц, в том числе бывшего президента «Латвэнерго» Карлоса Микельсонса, его заместителя Айгарса Милько и бывшего председателя правления «Садалас Тиклс» Андрея Сталашса. В связи со взяточничеством в процессе реконструкции Плявинской ГЭС и ТЭЦ-2 Бюро требовало призвать к ответственности 17 должностных лиц. Впрочем, предприятие «Латвэнерго» не спешило признавать себя потерпевшим в этом деле. Советы и правление полностью поддерживают позиции прокуратуры. Есть основа для предъявления иска, чтобы признать потерпевшим компанию «Латвэнерго». И в определенном порядке компания «Латвэнерго» будет реагировать и подать необходимый иск на это, по этому делу.